Срок получения 25 тысяч из средств материнского капитала подходит к концу. Семьи, которые хотят получить единовременную выплату, должны поторопиться. 30 ноября срок подачи заявления истекает. Напомним, что претендовать на эту сумму могут семьи, получившие сертификат до 30 сентября этого года. Заявление можно подать в письменном виде в клиентских службах пенсионного фонда по месту жительства и в электронном виде через личный кабинет на сайте фонда. При подаче документов требуется паспорт и счет банковского реквизита. По состоянию на 1 ноября за единовременной выплатой уже обратилось около 12 тысяч владельцев сертификатов. Заявление можно подать непосредственно в территориальные органы пенсионного фонда, либо через многофункциональный центр предоставления государственных услуг или через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда. Получить единовременную выплату в размере 25 тысяч могут и те владельцы сертификатов, которые ранее получили ее в размере 20 тысяч рублей, согласно 88-му федеральному закону.